Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня гильдия Баффало. Не просто так. Во вступлении пишите Ирина Баффало. Телегу увидите на экране. А у нас такой вот аккаунт донатный. И многие из вас будут потом в комментариях бомбить. Зачем? Зачем? Что ты наделал? Человек проиграл в игру 5 лет. И он в этой гильдии был очень долго, попросил, прорекламил, показал, кидайте заявочки, вступайте. Но у нас, ребят, у нас сегодня опять трэш-контент. Аккаунт донатный, причем донат по максималке. Герои, как видите, топовые. Но у нас сегодня печаль, мы сливаем аккаунт на русском сервере, и мы его сольем. Не захотел он дальше играть. Единственный вариант, в принципе, я думаю, что многие через него проходят, потому что с битвой замков, давайте будем немножко раздевать героев, заодно героев посмотрим. С битвой замков тяжело расстаться. Вариант просто тупо все слить и забыть. Как видите, герои тут практически все есть. Я не знаю, даже жалко. Вот я смотрю уже на эмблемки, на этих героев. Его проще было просто разыграть, но человек захотел его право. Я представляю, как у некоторых там будет бомбить. Ну, это нормальное явление. То есть я не считаю, знаете, это какой-то... Там мега проблема, многие люди уходят с игры, кто-то оставляет аккаунт. Я всегда, когда просят слить, пишу, может, передумаешь, лучше его законсервировать. Самый простой вариант, конечно, чтобы уйти, самое эффективное, это просто все слить. Так как у нас ТП не восстанавливает, это самый такой, скажем, действенный вариант. Герои у него, сейчас покажу, практически все есть. Ну, те, которые есть, то, что вы уже увидели, этого вполне хватает для комфортной игры. Они где-то, он где-то, кстати, даже такой же, как и мой аккаунт. У меня прорывы не прокачаны. Не хватает вместимости на складе. Так, ну давайте попродаем. Сделаем такой трешечок на ковяшке это все. Пишите в комментах, что вы думаете. Вот многие аккаунты, кто забрасывает, кто сливает. Что бы вы сделали с таким аккаунтом? Я бы, например, законсервировал разыгрывать. Я не знаю. Ну, если не брать то, что я там, допустим, на YouTube записываю вам видосы. Обычный человек... Ну, многие пишут, разыграй мой аккаунт. Может, в принципе, можно было бы разыграть. Но я не считаю, это, скажем так, можно всегда восстановить пароль и вернуть аккаунт. Если человек уже решил уходить, значит, надо уходить. Так, ну что, поехали. Короче, куча скинов, куча всего, куча талантов. Даже не знаю, сколько мы сейчас будем это все сливать. Так, ну руны мы оставим на самый последок. Давайте начнем отсюда. Освобождаем места. Я надеюсь, эти герои к вам придут. Не забывайте, что у меня есть противоположные, скажем так, ролики, в которых я качаю героев и качаю аккаунты, потом их разыгрываю. Есть ролики, ну они очень редко ребята обращаются по поводу сливов, но это, скажем так, дело лично каждого. И тут осуждать, что вот там можно было его отдать, там все можно, конечно, человек в него, я так понял, что вложил дофига времени, точно так же, как и я в Castle Clash играю.
каждый день, я ни дня не пропускаю, то есть я всегда есть в игре, всегда что-то делаю, снимаю вам ролики, но прекрасно понимаю, что Castle Clash он не вечный, поэтому я стараюсь играть и в другие игры, в Brawl Stars играю, просто я вам ролики не снимаю так часто и играю в другие игры. Может, когда-то что-то изменится. Я стану полноценным ютубером, буду вам стримить сутками. Шучу, конечно, я не хочу этого. В общем, так нас покидают, ребятушки, топовые герои. Пока что отсюда. Самое главное, что человек определился. То есть он не метается, он четко решил, что все, ухожу. Играл он 5 лет. Это немало. Но игра со временем, как вы знаете. Хотя он, это донатный аккаунт, ему-то грех жалеться. Это больше без доната жалеются. То все плохо. Сейчас мне интересно, как у нас силушка. 516. Как она у нас сольется? Самое главное, что не расстраивайтесь. Это чужие аккаунты. Хотя у многих, как многие пишут, мне аж слезы выступили на глазах. Ну, не знаю. Я просто прекрасно понимаю, что такое Castle Clash. И то, что он сделал свой выбор, он, в принципе, с одной стороны, правильно сделал. А мы не вытащили, а мы продали просто. Так, ну это тоже все продаем. Чистим вкладки склада. Нормально так мы подфармили синих кристаллов. Надо было забрать себе аккаунт в мясокомбинат. А, так, хорошо. Поехали дальше. Чистить. Поехали чистить это все. Это все, ребятушки, пикселя. Так, достигнут лимит на ману. Ну, поехали, поехали сливать. Самое интересное, записываешь ролик, там какие-то роллинги, там, блин, это все так долго, быстро-быстро проходит, а тут сливаешь топовых героев, которых не пускать, вот так тянется долго. В принципе, у нас тут не так уж и много итемов осталось. Мы тут быстро с этим всем разберемся. Ух. Ух. Да, классно, классно, конечно, аккаунт. Ну, мы начали. Начали уже этот невозвратимый процесс. Да, обидно, конечно, что на русском сервере люди реально уходят. Многие уходят на другие сервера, многие уходят, потому что понимают, что дальнейшего развития в игре им такого не видать, как раньше. Это самая большая проблема, и я считаю, это проблема IGG, которую они до сих пор у нас не решают. Если была бы... Ну, конечно, многие по разным обстоятельствам уходят, но... В основном ребята забрасывают игру. Из-за того, что все печально. Нормально так мы расходничка продали, да?
Уже многие сливать не можем. По чувствам. Так, это не можем. Это, в принципе, можем. Блин, конечно, обидно. Так, на кристаллы. Пошла жара, ребятушки. Вот она, жара пошла. Надеюсь, к вам поприходят эти все ресурсы. Ожила, ремочка. Ах, а многие мечтают только об этих. Скажите, можно было открыть. Ну, зачем открывать? Надо побыстрее, побыстрее это сделать. Капец, сколько мы ресурсов вытащили, я даже не представляю, сколько мы всего уже посливали. Мы до сих пор не заполнили эти лимиты. Вот так вот, все, что можно было, продали, ну, неплохо так, подкачали, да? А, такс, отлично, поехали. Поехали обратно, печалиться. Давайте, посмотрите, какие... Девяточки, восьмерочки. Что еще надо? Странно, что он эмблемы не делал. Герои со вторыми эволюциями. Понятно, что мы не сможем продать все эмблемы, они останутся. Потому что это немерено синих кристаллов. Но самое основное, что не будет чем играть. Вот пошел гарнизон. Ну, то есть тут все прокачано. Как на моей основе на русском сервере. Здесь гарнизон есть. Фух. Такс. Окей. Давайте. Ну, понеслась, ребят. Начинаем, начинаем бомбить. Пошел, короче, слив силы.
Да, я представляю, это за 5 лет. Конечно, жестко. Хорошо, так у нас силушка упала. Так, идем. Сейчас надо поосвобождать всех с таблеток, поубирать. Алтарей. Такс, ну и питомцы. Поехали. Ничего себе, у нас еще нормально тут героев осталось, ребят. Но это ненадолго. Давайте так, донатных напоследок оставим. Самый сок в конце будет. А, я что, Некроса уже слил? Ой, точнее этого. Эх, самое интересное слил, что ли? Не, не слил. А что, он не слился, он условник. А, он у нас здесь еще стоит. А у нас многие герои еще в пачках стоят, вот так вот. Я ж думаю, что это показывает 41. Видите, не все так просто, ребят. Вот теперь должны быть, по идее, все.
Блин, они все влезут в бочку. А, у нас есть... Так, Фрейка этот. Ах, обидно, конечно, да, ребят? Вот, осталось у нас... А, у нас еще есть Овник. В принципе, можно разруху. Пожертвуем разрухой, так и быть. Да, Валера, на кого ты нас оставил? Так вот, ребятушки. Вот такой вот у нас слив минус самые топовые донатные герои. Ну что, выбор сделан. Мы, в принципе, сделали все. Поздравляю, очистка твоя сделана. У тебя есть бочка, которую... А, ничего себе! Это что за подстава? Где ты взялась, подруга? Где-то оно у нас есть. А вот оно чё. Повидали, чуть не оставили такую. Еще вдруг бы начал играть. Из-за феи. Теперь уже точно все. Ну чё, поздравляю. Давайте на удачу. Есть у нас немножко на коробочке. Начнем новый аккаунт. Знаете, прикол начать новый аккаунт. Правда, мы донатных героев обратно не получим уже. Я имею в виду там Минотавра и прочих. Возможно, когда-то их будут давать еще, но... Это Unreal, конечно же. Выбиваем бочки. Перс однозначно ставим. Ожог. Бог войны и стойкость. А теперь за самики. Выживание ставим. Самая топовая бочка будет у него теперь. Вот так вот. Ну что, пишите комменты, что вы думаете. Ставьте лайки, вступайте в гильдию Баффало. Пожелайте ему удачи в реальной жизни. Он освободился, очистился от этой игры. Все, всем удачи, всем пока.